Всем огромный-огромный привет! Я снимаю на жаркой-жаркой кухне. У меня кондиционер только в комнате. Поэтому вот привет вам еще раз большой, жаркий, с жаркого юга. А сегодня я вам покажу замечательную коллекцию Faberlic Home. Это новая коллекция, серия, да, Faberlic Home. И, в общем-то, я влюбленная в такой цвет нежный, сиреневый, конечно, не могла не сделать заказ. И, в общем, перед вами вот как раз лежат прихваточки. И набор из двух штук стоит по цене, по-моему, консультанта 159 рублей. Это я так вам говорю приблизительно. Вся коллекция именно вот текстиля сделана из 100% хлопка. В общем-то, экологичная, без полиэстера и так далее и тому подобное. Вот, как вы видите, размер, значит, у этих прихваток 18×18. Ну, вот если моя ладонь такая вспухшая от жары, то есть ладонь, рука, кисть руки. Вот, они двухсторонние. Вот видите, что здесь рисунок, что здесь рисунок таких нежных сиреневых цветочков. И такие же точно полотенца вафельные, тоже 100% хлопок. Размер у них интересный такой для полотенец, больше бы я сказала размер салфеток, что ли, потому что 40×50, они практически, эти полотенца, квадратные. Я не знаю, вам здесь, конечно, у меня на камеру полностью не показать. Ну, в общем, они вот квадратненькие такие получаются, как салфетки можно использовать. Каждая 100 с небольшим, по-моему. О, у нас наконец-то дождь пошел. Какая прям красота. Сейчас открою окно и продолжу. Итак, продолжаем. Под шум дождя наконец-то. Прям такое счастье, девчонки, когда дождь. Это просто что-то. Так, дальше, значит, продолжаем. Скатерть. Перед вами скатерть. 100% хлопок. Первый раз я заказывала Faberlic скатерть из хлопка. Постоянно был полиэстер. Но полиэстер, в принципе, меня устраивал, потому что он, за ним легко ухаживать, он легко моется, легко выводятся пятна, легко гладится. А это вот плотный очень хлопок скатерть. Гладится она, конечно, легко так не будет, но она будет благороднее, экологичнее. И вообще хлопок — это всегда связь с природой, поэтому я за экологичные товары. Мне очень нравится, что Faberlic в этот раз сделал именно хлопковую скатерть. Она очень плотная. Размер у нее 145×220, это практически простынь, можно сказать. Вот, она очень нежная. Видите, какая прочная, ее хватит надолго. На многие годы. Прям вот я бы сказала, вот если бы не прочитала состав, подумала бы, что это лен. Прямо вот очень похоже на лен. В общем, классная скатерть. Мне очень она тоже понравилась. Вообще вся серия офигенная. Еще из этой серии я заказала доску. Я тоже от нее в восторге, потому что она наполовину сделана из волокон пшеницы. Что тоже прямо инновационно и классно. Ну, половина у нее полимеры. Ну, вот пока вот мы не можем, да, отказаться полностью, куда без них, но все-таки уже есть какой-то прорыв. Очень классная доска. 3 миллиметра написано на сайте, что она по, значит, вот толщине, но муж так у меня своим взглядом посмотрел, профессионала, говорит, нет, 4. В общем, она потолще, да, чем там написано. Она двусторонняя, 28,6, по-моему, у нее окружность. Она самая то, такая небольшая, знаете, не маленькая. Так, сейчас, если я вот сниму, показать вам вот так вот, да. Вот. В общем, классная доска, обалденная. Очень мне понравилась. Еще там есть она такая в сером цвете.
в таком бело-сером, по-моему, или в бежевом. Ну, в общем, что-то такое светленькое. Вот. И, наконец, гвоздь этой программы, что я прям ловила на сайте, только хотела заказать, не было в наличии, но потом бац, и появился в самый последний момент. Это нож Сантоку. Вау, ура! Я вообще его так ждала. Я очень давно хотела такой нож. Просто я фанатка такой, знаете, быстрой шинковки, быстрой нарезки, чтобы вот не отрываясь вот этим кончиком правильно, да, как повар-профессионал, шинковать какие-то орехи, например, зелень, какие-то, ну, я не знаю, там, капусту, ну, в общем, все что угодно. Он подходит для шинковки мяса, овощей и зелени. Что в нем примечательного? Сделан он из нержавеющей стали. Есть там еще мини-сантоку, я взяла большую, я мини как-то не признаю. Ручка у него инновационная ручка. Это значит состав дерева пакка с какой-то смолой. В общем, очень удобная, во-первых, она. Он не тяжелый, он такой нормальный, знаете, средний, увесистый, нормальный. Прям вот хорошо, чтобы и своих усилий много не прилагать. Все-таки у него вес есть, да? И... В общем, ну, мне кажется, тут все идеально в нем. И размерчик, и сама как бы ручка удобная, и лезвие просто очень острое. Я его боюсь, поэтому обязательно держу его вот в таком чехле. Они все с чехлами, эта серия ножей идет. Чехол пластиковый, обычный, вот. Но ножи, конечно, наикрутейшие, наикласснейшие. Единственное, что вот меня, конечно, как бы вопрос у меня вот к производителю я бы задала, да? Вот это лезвие, оно продолжается в ручке или нет? Просто меня муж учил, чтобы как бы хорошие ножи, они должны быть не вот здесь вот, не просто так вот, знаете, там небольшой черенок, да? А у хороших ножей идет полностью вся рукоятка из металла, и сверху она как бы в кожухе, что ли, да, сказать. Вот здесь вот видите, тоже наконечник, он как бы металлический, поэтому, ну, будем надеяться, что он как бы цельный. Вот дальше все, наверное, с этим все. У меня такое все зелененькое, прям вообще все получилось зелененькое практически. Обязательно заказываю, как без этого, концентрированное средство для мытья посуды, лимон и мята. Обалденно пахнет травой. Вообще такая серия, знаете, то есть заказ у меня такой получился свежий, растительный, прям травянистый. Пахнет вот это вот травой, прям вообще, не знаю, свежескошенный, обалденнейший, очень концентрированное. Уже пользуюсь, очень понравилось мне, и пользоваться, и аромат, и смывается хорошо. Ну, в общем, для всего подходит, что мне вам говорить, я уже 100 раз про это говорила. 0+, и соски, и овощи, я все им мою, и лимончики, и яблочки. Дальше. Так, серия кухня, наверное, полностью заканчивается, и начнем по уходу за телом. Я вам покажу несколько продуктов. Практически все они взяты на баллы. В частности, вот эти вот два места. Один роза и фиалка, а другой лаванда и мартель. Роза и фиалка мне понравился больше аромат. Они ненавязчивые сейчас стали. Такие очень легкие. 110 мл стали они поменьше, чем я раньше брала. Я давно просто не брала уже. В этом, то есть, я не знаю, я одна баллы брала. В следующем каталоге они будут, по-моему, по 95 рублей по цене каталога стоить каждый. В общем, они недорогие. Можно себе позволить сколько угодно их там разных всяких видов купить. Написано, увлажняют, смягчают. Если честно, еще пока не пробовала. Просто такая жарища, мне пока нечего увлажнять. У нас и так влажно. И смягчать тоже как бы особо нечего. Вот. Ну, в общем-то, кому интересно, если напишите свое потом мнение, могу высказать. Ну, пока ничего сказать не могу. Ну, вроде бы как такие ненавязчивые, можно с любым парфюмом использовать. У кого сухая кожа, можно попробовать. Стоит недорого. Так, это мне вчера вообще подарок вручили. Муж выбирал, муж ездил за заказом.
подарок, значит, выбрать ему там в агентском пункте дали. Ну, он мне вот решил гель взять. Я бы лак, конечно, взяла. Он говорит, там лаки были. Я вообще фанатка лаков. Гель для умывания. Василек и гранат. Я, по-моему, когда-то очень давно уже брала всю эту серию. В общем-то, ну, умывалка 150 мл. Чего про нее ее такого сказать? Ух ты, как шумит. Ничего себе. Про нее особо такого сказать мне нечего. Хорошо, как бы, выполняет свою работу. Ну и все, как бы не пересушивает, по-моему. Я вот не особо сейчас помню. Но единственное, что кто, если обращает внимание, да, она содержит лауретсульфат. Дальше. Дальше у меня опять моя любовь. Третий шампунь. Потому что без него я уже жить не могу. Запах меня просто этот с ума сводит, москиновская Love Love. Этот апельсин, это свежесть, это прохлада от этого шампуня. Там, наверное, мятное масло добавлено, я не знаю. Но это просто обалденный шампунь в жару, который защищает цвет волос, который придает объем, с которым волосы дольше сохраняются чистыми до сей поры у меня. Поэтому это просто мой мастхэвище из мастхэвов. Есть UV-фильтр. 250 мл, 7767 у него номер. Офигенная штука. В общем-то, любовь у меня прям с ним надолго. Я думаю, что эту серию нужно оставить, как без него. Так, ну и, в общем-то, заказала еще два бальзамчика. Они у меня лежат в холодильнике, потому что это тоже моя любовь надолго. И просто must-have из must-have'ов. Единственный бальзам, который меня спасает, это антивозрастной бальзам. Он сейчас по акции берешь два, платишь всего 110 за оба. Я его просто ем, можно сказать. Он у меня моментом уходит, но классный вообще бальзам. Просто офигительный. Он первый... Помощник номер один для моих губ. Просто обалденный. Так, ну и еще на баллы. В общем, я тогда, когда вот этот вот заказывала, да, показывала вам Unicorn серия декоративной косметики, я, в общем-то, сказала, что еще хочу чего-нибудь попробовать, какой-нибудь цвет. Ну вот заказала, по-моему, персиковый. Там три цвета всего. Вот. Он вообще классный. Мне он очень понравился. Вот сейчас на мою чуть-чуть загоревшую кожу он вообще классно ложится. Мне нравится вообще на губах он. На щеках. Ну, в общем, супер. Вот я вам просто для сравнения, да? Он вообще классный. Очень красивый цвет. Прямо удачный для моих глаз. Вот сейчас вот для загорелой кожи прямо очень удачный цвет. Его очень много. Я, конечно же, все отклеила. В общем, у этого номер 5225, а розовенький 5224. Там еще остался один клубничка какой-то вот. Остальное я уже... В общем, память-то девичья. Забыла еще показать одно средство для кухни. У меня вообще практически весь заказ, как вы видели, для кухни. Показывала вам уже как-то его... Как он только появился практически на сайте. Это чистящий крем, универсальный для кухни и ванной. Хвалила и сейчас буду хвалить, потому что мне очень нравится тем, что в отличие, например, от других таких чистящих средств, он легче смывается. Вот такой белый, да, сам по себе этот продукт. И когда наносишь на нержавейку, например, очень сложно такие белые кремообразные средства смывать. Но этот просто, я не знаю, чемпион по чистке, чемпион по тому, как его быстро можно губкой удалить. Облегчает, как написано, последующий уход. Да, я как бы соглашусь с этим. Придает блеск. Здесь очень, где я живу, очень проблемная вода. Очень много извести, все белесое, поэтому без этого крема абсолютно никуда. И что больше всего радует, что такой огромный объем, 580 грамм, 470 миллилитров, стоит всего сейчас 190 рублей по цене консультанта. Это просто вообще очень хорошая цена.
Можно даже керамику, фаянс, пластик, эмалированные поверхности. В общем, с жировой, пригоревшей пищей, значит, с мыльным известком, налетом, ржавчиной. Содержит мягкий натуральный абразив, обеспечивающий деликатный уход. А вот, видите, здесь значки, что он как бы экологичен. Поэтому, в общем, безопасная штука. Ну, естественно, конечно, надо в перчатках. Я лично вообще здесь без перчаток. Иногда даже посуду мою в перчатках, потому что вода съедает просто абсолютно всю кожу рук. Ну, это на этом точно все. Вот как-то чувствовала, чего-то не хватает, но только сейчас вот нашла. Надеюсь, вам было полезно мое видео. Пишите, комментируйте. Скоро увидимся. Всем пока.